Прошу. Спасибо. Альдо, спасибо, что ты пригласил меня к себе. Спасибо за гостеприимство. Спасибо. Как же иначе? Ведь ты спас жизнь человеку. Спасибо, но я не герой. Сработал инстинкт. Ты спас жизнь Марене. Это произошло случайно. Она здесь? Нет. Привет, Том. Как я рада тебя видеть. Знаешь, Марена тебя так ждет. Как дела? Как здоровье? Хорошо. Мне кажется, я должна рассказать тебе о том, что случилось, пока ты выздоравливал. Да? А что случилось? Будет лучше, если мы поедем в компанию. Нам надо поговорить. Но что произошло с Мореной, Альдо? Честно говоря, я удивлен, что она не приехала за мной в больницу. Я не знаю причины, но ты можешь позвонить ей домой? Просто сегодня первый день суда над Яго, и Марена была там. А как же иначе? Суд по делу об убийстве ее деда. Там были все его родственники. Луиса, я уезжаю. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы ты показала Тому комнату для гостей. Конечно, сеньор. Альдо, я еще раз благодарю тебя за гостеприимство. Ну что ты, это я тебя поздравляю. Ты правильно сделал, назначив Марену своим представителем. Капитал уже в Навьере. Все в порядке. Хорошо, я рад. Я уже в курсе. Я был прав, дав ей доверенность. Если бы не она, сделка бы не состоялась. Марена очень хорошая девушка. Марена может управлять твоими делами? Потрясающе. Да, да, это так. Да. Нам пора. Мне немного не здоровится. Это очень важно. Извините. Да. Надеюсь, ты не будешь скучать. Отдыхай. Спасибо, Альдо. Сеньор, выпейте кофе, а я пока приготовлю комнату. Потом я приду за вами и все покажу. Хорошо. С вашего позволения. Чего ты хочешь? Сказать Тому, что Марена бегает за Яго. Яго и Марена любят друг друга. Открой глаза. Мы с Яго любовники, и я никому не позволю встать между нами. Еще раз скажешь, что вы с Яго любовники, и я тебя выгоню. Подумай об этом. И о том, что говорит Томасу. Мое терпение имеет предел. Даже для тебя. Конечно, любит. Да, но ведь Марена его выдала. Не знаю. Все равно, в любви всякое бывает. Вы уже дома? Почему так рано? А почему ты так внезапно исчез? У меня возникло срочное дело. Пришлось уйти. Дело? С каких пор у тебя есть важные дела? Более важные, чем бегать от полиции и изображать слепого. У меня хорошо получается слепой. Смотрите. Ну ладно. Что с Яго? Похоже, все будет хорошо. Появился свидетель, который видел, как его похитили. Кто? Сосед. Ваш сосед? Чей же еще? Я говорю серьезно, кто он? Не знаю. Привет. Огонек, привет. Хотел узнать последние новости. Присядь, мы расскажем. Как ты? Волнуюсь. Почему? Не знаю, у меня странное предчувствие. Почему? Нашелся свидетель, который будет свидетельствовать в пользу Яго. Нет, нет, пока судья не скажет, что Яго свободен, я не успокоюсь. Господи. Не беспокойся, не вставай. И не думала, я подойду. Да. Привет, Марена. Как дела? Ты забыла, что меня выписывают? Ты не приехала в больницу? Что произошло? Да, Томас. Я думала, что тебя выпишут позже.
Ладно, неважно. Видимо, у тебя много дел. Я слышал, ты была на суде у Яго. Да. Сегодня было первое заседание. Я ходила вместе с мамой. Ладно, ты не обязана давать мне объяснений. Где ты? Я в доме Альдо. Он меня любезно пригласил. Ты приедешь? Конечно, приеду. Закончу свои дела и приеду. Хорошо? Хорошо, я жду. Я люблю тебя. Целую тебя, Томас. Пока. Он хочет, чтобы я приехала. Я знаю, что он меня любит, что я нужна ему. Но иногда мне становится так тошно, что я едва могу его выносить. Что ты будешь делать? Не знаю. Я обещала Богу, что стану его женой. Я так винила себя в его несчастье. Хочешь совет? Забудь об этом обещании. Бог не обрадуется, если ты выйдешь замуж без любви. Хотя я по-прежнему считаю, что Томас – хорошая партия. Я дала обещание не только Богу. Нет? Нет, я обещала Томасу, что выйду за него замуж. Нет. Да. Нет. Да. Что я могла сделать, если доктор Роэда сказал, что идея со свадьбой будет полезна для послеоперационного периода, и тем более для его выздоровления? Что мне было делать? Чего ты хочешь? Есть новости о твоем дружке? Нет. А что, боишься, что он вернется? Думай, что говоришь, пока я не умерил твой пыл. Послушай, Яго спас тебе жизнь. В тот раз Торде тебя чуть не убил. Тебе стоит подумать об этом и оставить его в покое. Что здесь происходит? Сеньор, ваша комната готова. Если хотите, я вас провожу. Вы немного отдохнете. Да, спасибо. Я возьму полотенце и вернусь. Извините. Что с тобой? Наконец-то, я уже волновалась. А что? У нас новый гость. Я переоденусь и выйду. Нет, нет, минутку. Постой. Ты плачешь? Что случилось? Это из-за Яго. Его осудили. Нет, дело не в этом. Ты не расскажешь? Есть вещи, о которых лучше не говорить. По-моему, есть вещи, которые нельзя держать в себе. Поделиться всегда лучше. Расскажи. Я приготовила Яго одежду для суда. Да. Я написала ему письмо, что я его очень люблю и желаю удачи. А он не прочел? Нет, он прочел. Я видела, как он читал. Он даже посмотрел на меня. Почему же ты плачешь? Ему наплевать на мою любовь, Луиса. Почему ты так говоришь? Как только у него появилась возможность... Он обнял Морену и не отпускал ее. Два полицейских пытались их разнять. Прямо перед всеми? Никто не мог их разнять. Луиса, они любят друг друга. Я лишняя. Странно, что такая богатая семья не может нанять тебе адвоката. У меня хороший адвокат, да? Очень хороший, он меня освободит. На суде я тоже так думал. И, как видишь, мне дали 20 лет. Я не останусь здесь даже на 20 дней. Я тоже. Что ты сказал? Неважно, неважно. Ну, как дела? Она меня любит. Любит. Я знаю, что любит. Об этом ты еще расскажешь. Как суд. Все хорошо, хорошо. Нашелся свидетель. Он видел, как меня похитили из магазина Руфино. Это доказывает, что тебя не было в доме Сиренио. Это значит, что очень скоро мы с Мореной будем вместе.